Ребята, тыквенная голова ведет. Побежали. Так, что это такое? Цунами, вау, зомби-цунами, круто. Ребятки, все уничтожаем на своем пути. Ребятки, реально круто, да? А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в зомби-цунами. Так, ребятки, ну что ж, давно не было нас в зомби-цунами, ребятки, потому что мы занимались другим делом, мы проходили растения против зомби, ребятки. А в эту игру мы давно уже не играли. Так, ребятки, ну что ж, давайте погнали. Давайте все это активируем. И поехали, ребята. Ням-ням-ням-ням-ням. Как же вкусно все это. Так, у нас уже 10 зомбиков, ребятки. Бежит с самого начала, вы представляете? Это уже, ребятки, о чем-то говорит. Так, давайте перевернем эту злую машину. И вот девочку съедим. Отлично, еще одну машину, ребятки. Давайте перевернем. Отличненько. Прыжок, ребятки, все прыгнули. Прыжок еще раз. Отлично, ребята. Одного зомбика, конечно, потеряли. Вау, половину зомби растеряли на ямах, ребята. Надо быть очень аккуратным, потому что... Вау, чуть все не упали. Хух, ребята, да что ж ты будешь делать, а? Ребятки, чуть всех зомбиков не растерял. Да что же ты такое творится, да, скажите мне. Вот это да, вот это прикол. Таких приколов я еще не видел, парни. Так, 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 ребята. Самое главное, ребятки, нам добежать до... финиша как можно быстрее, ребята. Да что ж такое, разбил. Так, что мы взяли, ребятки? Мы взяли дракошика. Дракошик, мой любимый дракошик. Ой-ой-ой-ой. Так, дракошик, будьте аккуратным и бдительным, потому что эти злые враги никого не щадят. Давайте перевернем драконом эту. Бабах. Танк. Перевернем. А, ребята, танк не смогли перевернуть. И что мы видим? И мы проиграли. Ну ничего, ребятки, мы с вами сейчас продолжим нашу игрушку. Ура, ребята, мы с вами разблокировали тыквенную голову. Вот это круто, ребят. Давайте посмотрим, собственно, из чего она состоит и с чем ее едят, ребятки. Так, ребят, ну что ж, погнали. Давайте, нет-нет-нет, никаких нам этих не нужно. Так, сюда покупаем сначала вот это, ребятки. Потом, ребятки, покупаем тыквенную голову. Все, ребятки, погнали. Ха-ха-ха, ребята, посмотрите, тыквенная голова. Вот это круто, ребята. Я купил тыквенную голову и надел на зомби. Посмотрите, тыква-зомби, вон он, ребята, тыква-зомби. Посмотрите, как прикольно. Круто. Так, ну что ж, погнали, новый забег зомби. Вай-вай-вай, побежали, побежали. Так, переворачиваем машину. Погнали дальше, ребята. Уже две тыквенных головы, ребятки, посмотрите. Вот это реально в действительности круто. Вот это мне нравится. Уже три, вау, одна упала. Ну ничего, ребят, все-таки игрушка просто супер. И мы будем в нее играть, аж пока нам, ребятки, так сказать, не надоест. Так, ничего, ребята, все нормально. Самое главное не останавливаться, ребятки, и ни в коем случае не расслабляться. Как только мы расслабимся, ребятки, сразу же нас ждет поражение. Потому что, ребятки, игра ускоряется. И чем дольше мы бежим, тем больше, ребятки, игра начинает ускоряться. И тем меньше у нас вероятность того, что мы ее пройдем. Так, ну что ж, давайте будем планировать понемножку наших маленьких зомбиков, которые хотят, ребятки, выжить и хотят все-таки добежать до финиша. А, не все монеты собрала, хотя все. Perfect. Так, ребятки, что это такое-то? Круто. Вау, прыжок, прыжок, прыжок. Так, автобус перевернем, конечно, перевернем. А танк перевернем, конечно, перевернем. Нас же много. Да что ж ты будешь делать, а? Так, 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 так. Вау, прыжок, ребятки, надо быть аккуратным, потому что бомбы, ребята, вот это единственное, то, что мне не нравится, это бомбы, ребятки, которые расставили военные по всему периметру для того, чтобы, в принципе, меня, наверное, уничтожить. Вау, ребята, машины, давайте, давайте как-то аккуратно. Да что ж такое, вау, прыжок, прыжок, ай, все в яму, нет, 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 ребята, не все выжили, несколько зомби, ребята, в том числе и тыквенная голова выжила. Это показывает, ребятки, отличные маневры тыквенной головы, ребята. Ребята, тыквенная голова ведет. Побежали, побежали, побежали. Так, что это такое? Цунами, вау, зомби-цунами, круто.
Ребятки, все уничтожаем на своем пути. Ребятки, реально круто, да? Посмотрите, как мы, ребятки, эпично все схаваем, хаваем, хаваем. И уничтожаем все на своем пути, скажите. Это просто замечательно, я считаю. Перфект, перфект. Ребятки, посмотрите, все машины разлетаются. И все падает, ребята. Вау. Вот это да. Так, зомбиков немножко мы набрали, ребятки. Так, что, вау, мало монет, конечно, собрали. Так, да что ж такое-то, а? Вау, прыжок, ай, половина зомби, ребятки, растерялась. Вау, фух, ребята, да что это такое было, вы видели, я думал, я уже сейчас упаду и все. Вау, один зомбик, ребята, не успел, конечно, прыгнуть, и таким образом он упал, ребятки. Вау, быстрее. Вы видели, ребятки, я чуть не опоздал, ребятки, если бы я опоздал, я мог проиграть. Ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, ребятки. Тыквенная голова где-то потерялась, так что продолжаем забег, ребятки, без нее, собственно. Ну, отлично, ребятки, превратили автобус в монеты. Так, уфо, ребятки, это летающая тарелка, которая нас будет клонировать, ребятки. И в случае, даже если мы, ребятки, умрем, она расклонирует зомбика. И таким образом мы продолжим нашу замечательную игру, ребята. Прыжок. Давай. Еще прыжок. Молодец. Еще отлично. Там вертолет, ребята, надо быть аккуратным, вы видели. Эу, ребята, два зомби осталось и... Ай-яй-яй, все зомби разлетелись. О, мне нового дали. Он тоже разлетелся. Еще одного роди мне, тарелка. Тарелка родила еще мне одного зомбика в подарок. Он тоже, конечно же, разлетелся, потому что она... А что ж ты она рожаешь перед бомбами, ребятки? У меня не было выбора. Мне только выбор был, ребятки, предоставлен один. Это падение на бомбу сразу же и проигрыш. Так, ребятки, и мы снова с вами что-то открыли. И на этот раз, ребятки, что это такое? Это... Какой-то кубок, что ли? А, это мне предлагает, ребятки, выйти в интернет? Нет. Я понял. Что там мы, ребятки, открыли? Так, это, ребятки, сейчас нам предложат продать мозг. Давайте продадим мозг. Все, мозг мы продали, ребятки. Денежку получили, естественно. Так, ребятки, ну что ж, поехали. Так, ребятки, тыквенная голова уже с самого начала готова к забегу. Ребятки, посмотрите, тыквенные головы бегут, ребята, переворачиваем автомобили. Это Хэллоуин, ребята, круто. Перфект. Так, круто, ребятки, у нас уже 12 зомбиков и стоит... Ребятки, понимать, что это все не просто так там дается. Давай, прыжок, ребята, отлично. Так, ребятки, а если вы устали от моих зомбиков и не хотите, чтобы я играл в это, пишем в комментариях игры, которые вы хотите, чтобы я поиграл, ребятки. И я делаю, ребятки, все для своих подписчиков. Если вы реально в действительности захотите это, то так и будет, ребята. Да. Так, ребятки, ну что ж это такое-то? Вау, ребята, это большой мозг, которым, ребятки, мозг на ногах. Ребята, посмотрите, прикольно и смешно. Так, отлично, прикольно, он лазером своим уничтожает все, ребятки, что видит на своем пути. Вау, даже самолет, ребята, перевернули, вы представляете, вы видели? Мы даже перевернули, ребятки, самолет. А это, ребятки, уже довольно-таки серьезно, это не шутки. Так что это самая-таки прикольная штука, наверное, на данное время. Это взять вот этот мозг, ребята. Вау, да что ж такое, а? Зомби-мозг. Так, прыжок. Переворачиваем автобус. Побежали. Прыжок, отлично. Еще один прыжок. Хорошо, замечательно. Прыжок, отлично. Просто супер, замечательно. Погнали еще раз. Да что ж такое, два зомбика только выжило. Все по ямам растерялись-то, а? Как такое вообще возможно-то? Вертолеты разлетали здесь в последнее время, ребята. Так, короче, ребятки, надо самое главное мне понять, что происходит. Да что ж ты, фух. Ребята, я думаю, я проиграю. Так, ребятки, и тут ниндзя. Ну что ж, ребятки, ниндзяки, погнали вперед. Давайте будем резать все на своем пути. Один ниндзя, ребята, упал, вы видели?
Ну ничего, сейчас нас будет 3 ниндзя. Опа, сальто. Сальтуха. Отлично. Вау, ребятки. Так, 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 так. Прыжок, прыжок, прыжок. Вау, ребята, вы видели, что происходит? А, ой, еще прыжок, еще один, еще один. Да что ж такое, сколько этих зомби может быть? Вах, 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 вах. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Стоит отметить, ребятки, что... Ой, да что ж ты будешь делать, а? Так, ребятки, дракон, ребята. Одна голова, один зомбик у меня, ребятки. О, уже две. Я, наверное, проиграю. Да что ж ты будешь делать, а? Съели нас. Ну ничего, это не та птичка, что разжает зомбиков. Нет, ребятки, это не она. В следующий раз надо будет, ребятки, обязательно купить нам какие-то дополнения, чтобы мы с вами уже могли полноценно играть, ребятки, в эту игру и заниматься теми делами, которыми мы в действительности хотим. Так, ну что ж, дорогие друзья, а я вам говорю, что этот выпуск подошел к концу. С вами был Юра, вы были на канале Вечное Детство, ребятки. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще каким-то образом не подписались. Обязательно нажимаем на колокольчик, ребятки, чтобы вам приходили новости о том, что на моем канале выходят видосики. А видосики на моем канале, ребятки, выходят каждый день. Так что обязательно подписывайтесь, ставьте им пальчики вверх и комментируем мои видосики, ребятки. Смотрим все мои видосики, я всех люблю, ребятки. Пока-пока.